лет вообще ни одной тренировки мы не провели вместе. Да, это первое. Сейчас вот парни колодцы приехал с Клюшнева. Ну, они реально немножко усилили. Они добавили вариаций в плане, что нет уже этого тупизма. Пацаны немножко, ну, просто не догоняют понятия игры и учиться не хотят. Это самое обидное. То есть пытаешься, ну, я вообще всю жизнь эмоционально играл. То есть это у меня в крови. Уже от отцу по отцовской линии. Но ситуация, что, ну, люди не понимают, я так себя завожу. Я бьюсь на этой площадке, потому что это другая жизнь, 28 на 14. А для них это хобби, друзья приехали, пивка попили. Вот. И поэтому вот из этого всего выходит сумбур. И я вообще на овертайм не рассчитывал. Я вообще не знал, как мы сыграем. Это чисто на индивидуальном опыте, просто вот дотянули.